Главное качество нормального военного и вообще нормального мужика – это оптимизм и терпение. Вот. Мы должны улыбаться, несмотря и вопреки. Вот. А я хочу сейчас всех поздравить с наступающим. Неотвратимо, как кувалда, на нас сверху падает 2 августа, дорогие друзья. Аплодисменты десантникам. Я знаю, что они среди нас есть. Бежали, падали, летели. Вставали, прыгали, ползли. Часы тянулись, как недели. Секунды тлели, словно дни. Вперед и вверх вела дорога. Через Афган, через Кавказ. Вот моего названия Бога. Его величество спецназ. В эти выходные праздновали юбилей 22-й бригады спецназа Главного разведывательного управления, в том числе мои боевые товарищи. Мы разговаривали с ветром, мы догоняли миражи, и на подошвах километры соизмеряли нашу жизнь. И неприступные причалы дрожали после наших фраз, когда мы вслух обозначали Его величество спецназ. Узлы, которые рубили, навряд ли было развязать. И женщин, что недолюбили, мы просим утереть глаза. Через засады и подрывы, сквозь грязь и вонь дурацких фраз. А мы с тобой, дружище, живы, Его величество спецназ. А мы с тобой, дружище, живы, Его величество спецназ. Вот, спецназу посвящается. Спасибо.